Всем привет! С вами снова компания Faberlic и я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Наконец-то настало лето. Это время сочных красок, ярких впечатлений, время новых встреч и знакомств. И сегодня я познакомлю вас с новой коллекцией модной летней одежды Faberlic. Встречайте лето вместе с нашей коллекцией Summer Fest. Если вы хотите выглядеть модно этим летом, добавив лишь несколько деталей в свой гардероб, то этими деталями непременно должны стать вещи из денима, такие как вот эти короткие джинсовые шорты с отворотами. В сочетании с яркой футболкой с хэштегами они смотрятся задорно и свежо, а дополнить образ можно необычным рюкзаком с аппликациями эмоджи. Джинсовый жилет – один из главных акцентов этого лета. А кроме этого, еще и универсальный предмет гардероба, которым можно дополнить любой ваш летний образ. Хотите быть в модном авангарде? Тогда выбирайте самое острое сочетание – джинсовый жилет и платье ниже колен, такое, как это, из розового трикотажа. Этот образ, навеянный 70-ми годами модой хиппи, лучше всего дополнить крошечной сумочкой кроссбоди. Платье цвета фуксии создаст настроение, особенно в комплекте с сумочкой на длинной цепочке с аппликациями эмоджи. Не зря говорят, что к моде нужно относиться с юмором. И в этом сезоне эмоджи используют не только в электронной переписке, но и в модных вещах с подиумов. Кажется, что зигзаг был популярен всегда. Но сегодня зигзаги украсили абсолютно все – от одежды до аксессуаров и купальников. Этот принт – один из главных трендов лета. На модели мы видим трикотажный комбинезон в монохромный зигзаг, который благодаря оптическому эффекту делает вас стройнее, и вы чувствуете себя уверенно. Стильный купальник-халтер в стиле 70-х с глубоким вырезом подойдет уверенным в себе девушкам, а геометричный принт «Зигзаг» сделает вас настоящей звездой пляжной вечеринки. Сочетайте такой купальник с легким кардиганом с тропическим принтом в стиле Гавайи. И не бойтесь быть яркой этим летом в сочетании сложных рисунков и фактур на пике моды. А вот еще один образ с этим кардиганом. Он настолько легкий, что даже на палящем солнце вам не будет жарко. Он позволит создать интересные многослойные комплекты на пляже. Прекрасный дуэт. Салатовые шорты на высокой талии с защипами и белая майка. В комплекте с кардиганом образ выглядит сильно и цельно, а шнурок на шею с кисточкой повторяет элемент шелковистой бахромы. Знакомый принт и новое платье. Такое легкое платье-туника станет незаменимым на летних каникулах, как для похода на пляж, так и для прогулки в городе. Классическая форма и модный принт – идеальное сочетание для купальника. А черно-белое сочетание не оставит равнодушной ни одну девушку. Легкое платье кажется на первый взгляд простым и лаконичным, но его секрет в деталях. Короткое спереди и удлиненное по бокам. Такую модель можно носить не только как платье, но и как тунику на брюки или джинсы. А вот еще одна интересная деталь – декоративный элемент, обрамляющий шею. Не то колье, не то воротничок. Именно такие детали делают платье дизайнерским. Подружки на прогулке, футболки и короткие шорты – что может быть удобнее на каникулах в городе или у моря? Футболка с гавайским принтом предназначена не только для южных видов. Она отлично впишется в урбанистический пейзаж. Тем более, что такой рисунок дизайнеры теперь предлагают носить не только с яркими шортами, но даже с классическими брюками. В гардеробе каждой девушки должна быть белая футболка, а белоснежная футболка с солнечным эмоджи из поэток станет синонимом свободы и отличного настроения. Если вы думаете, что шорты могут носить только девушки размера XS, то этим летом пора ломать стереотипы. Примерьте этот комплект и убедитесь, что такой легкий, солнечный наряд безупречен для летних каникул. Лучшие друзья девушек на пляже – это полоски. Этот женственный купальник с легким отсылом в ретро подойдет нежным девушкам, предпочитающим сложные сочетания и нежные оттенки. Лямки на этом купальнике можно завязывать двумя разными способами. Длинная юбка с разрезом и полупрозрачный ажурный трикотаж, надетый на майку – еще одна идея многослойного летнего комплекта. Такой комплект подчеркнет вашу индивидуальность в жаркий день.
Создайте монокомплект, соединив юбку и футболку с экзотическим принтом. И вы почувствуете дуновение тропического бриза. Это подчеркнет легкий оттенок вашего загара. Платье в пол цвета фисташкового мороженого, декорированное вышивкой и тесьмой. Длина макси стала хитом этого лета на мировых подиумах. Такое платье дизайнеры предлагают носить как с каблуками, так и с сандалиями на плоском ходу или балетками. Пояс-шнурок с кисточками подчеркивает женственный силуэт. Купальник и парео в одном принте? Почему бы и нет? Продуманный комплект на пляже также важен, как и комплект для вечернего выхода. Этот комплект визуально вытягивает силуэт и делает ваш выход незабываемым. А парео выступает в нескольких разных качествах. И при проявлении фантазии может стать как юбкой с глубоким разрезом, так и сарафаном и даже топом. Неопрен – однозначный хит этого сезона. Он прекрасно держит форму и создает безупречный силуэт, воплощая задумку дизайнера. В таком футуристичном комплекте вы неизбежно окажетесь в центре внимания. Блуза в этническом стиле с орнаментом нежного мятного цвета выполнена из тончайшего легкого хлопка. Это очень практично в летний зной. Короткая или ниже колена. В то время как голливудские модницы шокируют нас полностью прозрачными нарядами, мы выбираем компромисс. Полупрозрачная юбка ниже колена, демонстрирующая тем не менее ножки. А вот и бомбер с прозрачными рукавами. Бомбер давно полюбился модницам и стал незаменимым в их гардеробе. Но этот совершенно особенный. Микс высоких технологий и футуризма со стилем спорт-шик делают его таким остромодным и желанным. А для тех, кто предпочитает более расслабленный стиль, вот такие атласные брюки на резинках станут альтернативой летней юбке. А сочетать их лучше всего с футболкой свободного силуэта, например, такой, как эта, с ироничным принтом. Друзья, наполните радостными событиями, впечатлениями каждое мгновение наступившего лета. Будьте бодры, веселы и оставайтесь стильными и неповторимыми. Поможет вам в этом множество ярких образов из нашей коллекции Summer Fest. До новых встреч! Будьте начеку, чтобы успеть первыми познакомиться с нашими следующими коллекциями. С вами был я, фэшн-директор Андрей Бурматиков. Фаберлик. Новый, модный для тебя.